Мы провели мониторинг многоэтажных домов, в которых имеются мусоропроводы. Таких домов оказалось больше половины от общего жилого фонда города Балаково. Мы взяли в качестве примера обычную девятиэтажку двухподъездную, там рассчитали, скажем так, сложили согласно платежкам, и получилась сумма, которую жильцы платят фактически за дом. Далее мы сравнили эту сумму с той суммой, которая получилась бы, если бы мы насчитали ее согласно тарифу и тому объему, который жители непосредственно выбрасывают в эту мусоропровод. Получилась сумма на 6 тысяч меньше в месяц, чем нежели это было бы, нежели это начисляется согласно квадратным метрам.